Власти Армении опасаются назвать точные цифры потерь недавнего обострения на границе. Число погибших, пропавших без вести и пленных армянских солдат в результате боев на границе в ночь с 12 на 13 сентября 2022 года поименно до сих пор неизвестно. Как передает Азия Ас, об этом пишет ереванская газета «Иравунг». Уже невозможно скрыть тот факт, что жертв более 300 человек. В день независимости было захоронено 11 тел армянских солдат. Вчера – 60. А сегодня похорон будет значительно больше. Согласно достоверным источникам газеты «Иравунг», в морге Герации до сих пор находятся неопознанные тела. А родственников уже опознанных тел погибших военнослужащих силовики призывают не хоронить их в пантеоне Яраблур. Причина в том, что они якобы не хотят, чтобы территория Яраблура так расширялась, и уговаривают их хоронить парней в семейных могилах, пишет газета. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.